Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2008 года выпуска с двигателем 2.4, полный привод, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние тормозные диски. Для этого мы поднимаем автомобиль и снимаем оба передних колеса. Также заменим тормозные колодки, установим новые. Диски у нас будут фирмы Zekers. Колодки у нас будут фирмы Sunshink. Поднимаем. Снял я колесо. Откручиваем вот этих две направляющих. Головка на 17. Нижняя не 15, не 16, она 17, но у ней побиты грани. Видать, уже крутили, посрывали. Берем 6-гранную головку, не 12-гранную, а 6-гранную. И откручиваем. Нужно направляющую менять. Все понятно. Ее не смогли открутить. Вот и все. И мы ее трогать не будем. Потому что сейчас мы ее обломаем, заменить ее нечем. Мы снимем скобу целиком и колодки заведем отдельно. А эту надо заказывать и менять. Выворачиваем руль вправо. И откручиваем два вот этих болта крепления скобы. Заодно попробуем, как у нас направляющая двигается. Вообще, двигается ли она?
Здесь направляющий мы смажем, работать она будет. А грани вон слизаны. В этом месте открутить у людей не удалось, которые крутили до меня. Головки здесь тоже на 17 на болтах. Чистим немножко ступицу. Смазываем ее. Тормозной диск мы будем использовать фирмы Zekert. Номер его идет BS5327. Здесь и написано Citroen C-Crosser, Outlander, Lancer идет 10. Ну а сейчас чистим скобу. И также чистим пружинки. Устанавливаем на место скобу. Затягиваем ее.
берем струбцину и вдавливаем на место оба поршенька. Для этого возьмем старую колодку, вот так ее поставим. Берем новые колодки фирмы Sunshink. Здесь номер под наклейкой SP1068 по Sunshink. Внутреннюю колодку берем с пискуном, наружную берем без пискуна. Устанавливаем пружины. И устанавливаем колодки. Протираем эту направляющую, она здесь вся закисла. Соскобы. Я вычистил старую смазку. Берем, наносим новую смазку. И одеваем. Также эту направляющую я протер. Смазываем ее. И вставляем.
Все. Выкручиваю на место руль. И затягиваем колесо. После этого нажимаем на педаль тормоза пару раз. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны. И на этом замену тормозных колодок и тормозного диска на передней оси мы закончили. Всего вам доброго!